Прибыла в Одессу банда из Амура. Жулики, бандиты, шулера. Неужели ты ничего не помнишь? Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все? Все. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. А вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел. Тебе, пожалуй, не свистишься. Вот смотри, Копченый, ты же не профессор. Не профессор. А ручки у тебя белые, нежные и гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Прожил ты свои 30 лет, крепко пил, сладко спал. Воспитываете? Так это зря, поздно. Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, Копченый, на лесоповал ехать. Волки позорные! Не хочу! Не хочу! Ладно, черт с вами! Банкуйте! Волки! Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Быстрее, быстрее. Подожди! На этот раз рассердил ты меня всерьез. Тебя посадят, а ты не воруй. Твой дом тюрьма. Ничего, ничего. В тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Вот дам тебе просто-таки коленом. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде с голубями, с голубями, мама. So, pilot. Куда? А на черной скамье, на скамье подсудимых. Ну, здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. В гости, между прочим, по собственной воле ходит. Они силком тягают. Это смотря кому. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Граждане бандиты! Внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? А мусорга своего дашь нам на съедение? С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. Ugh!